Всем привет! Сегодня хочу предложить приготовить самую вкусную и самую простую приготовление на маску на бутерброды. Для этого нам понадобится всего лишь два ингредиента и буквально 2 минутки времени. Плавленый сырок, 2 штучки, и одна банка сардин. Вместо сардин можно использовать либо шпроты, либо какую-то другую консерву, которая вам придется по вкусу. Итак, первым делом мы берем, нарезаем сыр на такие небольшие кубики. Это для того, чтобы блендеру было легче с ним справиться. И отправляем все вот это в чашу, в которой будем перемалывать вот это все блендером. В частности, это комплектная чаша, которая шла вместе с блендером. Дальше мы берем сардину и отправляем ее сюда. Но смотрите, здесь есть жидкость. Если слишком много жидкости, сразу нужно отправить примерно где-то половину. Если мало жидкости, можно сразу всю добавлять. Для того, чтобы наша намазка не была слишком жидкая, я вначале отправлю саму сардину и ложку жидкости вот этой. А дальше, во время того, как я буду перемалывать вот это все блендером, я буду смотреть, нужно мне еще добавлять жидкость или не нужно. Итак, просто перемалываем вот это все блендером до однородной смеси. Дальше мы перекладываем вот это все либо в красивую тарелочку, либо в баночку для хранения в холодильнике. Или же просто вот так вот можно будет подать или украсить его какой-то зеленью еще. И я вас уверяю, что если к вам придут гости, и вы им что-то такое предложите, или сделаете вот такой вот бутерброд, просто намазать на хлеб, утром к чаю, на завтрак или кофе, это будет просто супер. Ну а в моей семье мы больше любим вот эту намазку намазывать на бутербродный крекер таким вот небольшим слоем. Вторым крекером немножко вот так вот его прикрыть, дать ему вот так вот пропитаться буквально где-то полчаса, чтобы крекер пропитался и немножко размяк. И вот такие бутерброды улетают просто на ура. Так что на этом я буду заканчивать. Вот такая вот вкусная намазка получилась. Кому понравилось, не забываем, что нужно поставить лайк, поделиться видео с друзьями и, конечно же, подписаться на канал. Всем пока, всем до скорых встреч!